Девчонки, ура! Такое долгожданное событие. Наконец-то я выиграла в конкурсе на канале Ирины Воскресенской. Она раньше разыгрывала такие интересные посылочки. В этот раз ей было некогда. Такой новогодний сюрприз. Она разыгрывала 1000 рублей. 30-го был розыгрыш. Я, как всегда, проворонила. Она мне написала. Я 31-го перед сном увидела уже. Час ночи. Написала ей сообщение. Она мне переслала на карту 1000 рублей. Так прикольно, девочки. Ссылочку на ее канал я оставлю. Она очень много готовит сейчас, у нее новая рубрика «Супы», также у нее есть покупки, она рассказывает о своем доме, о кухне, еще она очень увлеклась кулинарией, очень много интересных рецептов. Ура, ура, надо верить в чудеса. Заходите, Кира. Вот такой, девочки, замечательный стол. Мы приготовили, садимся провожать старый год. Еще кое-что будет горячее, вот бутербродики. Вот такие закуска с ананасами, я вам потом расскажу рецептик, очень вкусная, оригинальная. Фруктики, такая вот нарезочка из формы фикс-прайса я нарезала. Елочки, видите, как красиво смотрится у меня. Там мне вот подарили такие свечки красивые на работе, девочки, я поставила. Такую мы собачку тут втроем мастерили все. Косточку забыли еще и положить. В общем, вот так как-то все у нас тут по-праздничному. Ну, вот как-то так. Салатик. О, еще один салатик забыли. Ну, до следующего включения. Пока-пока. Готовим салат морской. Для его изготовления нам понадобится 4 яйца, кальмаров грамм 200, можете больше, как вам нравится, и грамм 100 креветок. Уже вот я очищенные, их отварила. Креветки варятся 1-2 минуты очищенные, если их не очищенные, там подольше. Кальмар, я уже говорила, как готовить. Кальмары мелко нарезаем, креветки, яйца, майонез и икра. Салат, конечно, немножко дорогой. И у меня вот баночка икры, можно икры немножко совсем положить для красоты, как бы сверху. И майонез у меня вот такой вот. Ну, как-то так. Вот сейчас покажу, как порежу. И потом еще далее. Вот так, миленько-миленько я порезала кальмары. Если на рис, если их тушить, вот, то я покрупнее резала. В салатик нужно их, конечно, помельче порезать. Кальмары тоже, которые я почистила, в кипятке дала, еще немножечко, минутки две отварила. Потому что салат все-таки, думаю, сыроватые будут. Хотя кто-то говорит, что просто их вот 1-2 минутки вскипятить, почистить и достаточно. Но я еще 1-2 минутки поварила после того, как почистила. Вот так мелко порезала яички. Я, девочки, их не режу, а вот купила вот такую штучку. Вот видите, очень удобно вот так вот вытаскиваешь. И все, и готовые получаются у нас яички. Очень мелко, потом еще вот так ножичком можно тут их поделать. Ну, очень удобно, быстренько. Кальмары ложим на дуршлаг, потому что, чтобы в салате не было влаги. Вот, дуршлагчок наш с фикс-прайса используем. Вот так в этом виде выглядит наш салат. Конечно, салат очень дорогой, праздничный. Мы его не так часто готовим, но к Новому году очень, конечно, красиво, богато смотрится и очень вкусно. Мы его вот буквально перед тем, как на стол, перемешиваем с майонезом, потому что, чтобы все не расквасилось. И выкладываем. Вот из той чашечки я выложила, потому что как бы там он утрется. И вот так вот именно вот в стеклянной чашечке, девочки, вы видите, очень красиво выглядит, что там видно и икринки, и все вот это вот. И очень так красивый. Сверху вот так тоже посыпаем икрой. Ну, вот такой вот вкусненький салат морской. Готовим кальмары с рисом. Кальмар отвариваем предварительно чуть-чуть, буквально минутки-две. Счищаем шкурку и вот так мелко нарезаем. Также режем лук полукольцами, протушиваем его. Можно это все сделать отдельно, кто не... У кого есть время, я вот тут же все это потушила. Сейчас туда брошу кальмаров и сметанки. И буквально еще минутку-две потушу. И все, это вот такой гарнир. Кальмары не любят переварки, иначе будет очень жесткий. Так что имейте в виду. И все, отдельно отвариваем рис. Подаем рис и отдельно кальмары. Очень вкусно для повседневного питания и для праздничного стола.
Вот как-то так. Наварила холодца, мои дорогие. Снимать времени нет. Напишу рецептик. Ну, наверное, все знаете. Так, на всякий случай, для новых хозяек. Вот баночки из фикс-прайса. Очень удобно. Их будет укладывать и закрывать. Вот как-то так. Еще хочу морковочки туда нарезать. Для красоты. Так замечательно я украсила свой холодец зеленью и морковочкой. По-моему, получилось очень красиво. Люди уже нарядили Новый год. Прикольно тогда. Вот любители, ребятишки, видимо, тут живут. Вот у них Новый год уже такой наряженный тут. Тут у них осень была. Теперь вот Новый год. Кстати, я увидела кого-то в Инстаграме у Катерины Касатовой, по-моему, что они наряжали подъезд. Кстати, неплохая тема. И заодно познакомились с соседями. Оказались неплохие люди. По-моему, что-то такое она писала. А тут прям елка стоит. Представляете, девчонки? Правда, темно. Сейчас вот сюда на свет выйду. Если окна маленько будет видно, не свалиться, блин, с лестницы. Вот видите, прикольненько. Вот видите, свет как плохо падает, плохо видно. Вот тут у них... Дед Мороза со Снегурочкой нету, но ватка как бы так. Прикольно все равно. Вот такая вот красотень. У нас, слава богу, немножко потеплело. Минус 19 по сравнению с 30. Это уже что-то. Сегодня идет снежок. Вот такая зимняя сказка. Жду маршрутку и снимаю вам пока. Тут вот так неаккуратно у нас нагребли дорогу, конечно. Сейчас как бы это все припорошилось, так еще выглядит ничего. А сначала, конечно, были такие ужасные серые кучи мусора. Видите, там вот кое-где серое проглядывает. Вот так, как-то так. Не знаю, видно снег, что идет или нет, девочки. Красиво, конечно, у нас, девчонки. Всем, всем, всем вам отправляю снежок. Морозов только больше таких не хочется. Очень уж тяжело, холодно ездить. И на работе у нас холодно, и дома что-то так. У нас тоже квартира неудачная, последняя подсоединена. Вот такая вот сказочка. Жанна решила поднять себе настроение, мои дорогие. И вам тоже, кто ждет снежка. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. Вот так вот моя береза, которая мне мешает. Вот красиво, как видите. Все тут у нас запорошено во дворе. Потеплело сегодня. С утра немножко вам сняла и сейчас. Снега, девчонкам. Хочу вам всем пожелать. Кто хочет снега. А то прям снимать невозможно было. Да уже как бы подспала. Серо. Чуть ветерок дует, все спадает. А сегодня опять был снежок. И так все красиво вот нападало. И здесь снежок у нас. Вот такой вот, девчонки. Красота кругом. Так что надейтесь, ждите. Может, у вас все-таки пойдет снег. Мне кажется, не может же быть, чтобы не было снега, особенно в Москве. Мне кажется, там всегда снег. В этом году интересная такая аномалия. У нас очень долго тоже было тепло, но тут такие морозы долбанули. Сейчас вот немножко потеплеет, к крещению опять будет.